Дорогие клиенты, от всего сердца поздравляю вас с величайшим праздником, светлым Христовым воскресением. В древности, во время празднования Пасхи, существовал обычай украшать здание церкви масляными светильниками, а уже после воскресной службы собираться за праздничным столом всей семьей. Времена меняются, но мы так же, как и наши предки, чтим семейные ценности, ходим в гости к дорогим нам людям и радуемся праздничному колоколу, извещающему о благой вести. Христос воскрес! Сегодняшний праздник является символом надежды, света и душевной радости для миллионов христиан по всему миру. Давайте не забывать ценить дары жизни и будем благодарны за все, что у нас есть, и за все, что окружает нас с вами. Станем добрее к ближним и сделаем шаг навстречу, помня о великой силе прощения. Я желаю вам в эти светлые пасхальные дни духовного обогащения, крепкого здоровья и успеха во всех делах. Пусть чудо Христово наполнит ваши сердца верой, надеждой и любовью. С праздником, светлым Христовым воскресением!